23 августа ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров принял участие в пленарном заседании августовского совещания работников образования и науки Республики Татарстан. В этом году совещание образования Республики Татарстан «Инвестиции в будущее» прошло в Кукмарском муниципальном районе. Президент Татарстана Рустам Миниханов, открывая пленарное заседание, обратил внимание на важность образовательного процесса и то, какие средства выделяются правительством на его развитие. Общий же отчет за прошедший год и итоги мероприятий, приуроченных к августу, августовскому совещанию представил министр образования и науки Республики Татарстан Рафис Бурганов. Он отметил, что в настоящий момент министерством и Казанским федеральным университетом проводится большая работа по восстановлению Национального педагогического института. В целом, система образования в республике является одной из самых эффективных в России. Здесь речь идет не только о показателях ЕГЭ, которые в Татарстане традиционно оказываются выше средних по России, но и о результатах текущей работы. В ходе пленарного заседания выступил студент второго курса Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альмир Абубакиров, который является двукратным призером Всероссийской олимпиады школьников по экологии. Он рассказал о пути своего успеха, а также научных исследованиях, проводимых студентами-биологами Казанского университета. Заседание завершилось торжественной частью за плодотворную научную деятельность и подготовку высококвалифицированных специалистов. Почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Татарстан» было присвоено проректору по биомедицинскому направлению КФУ Андрею Киясову. Диана Шилова, Универньюз.